хороший в нем. С вашей высоты видно счастливую семью? Видно. Видно. Так, передаете им привет какой-то? Конечно, привет. Удачи вам. Спасибо. Спросить, пока вы здесь. Да. Это вы привели сына в хоккей? Конечно. А почему? А я играю. Сын в хоккей, я играю. Не, ну так кто хоккеист? Все. Все. Удачи вам и здоровья. А любимая команда? Шахтер Чистяков. Я верю. Так, девчата, с праздником, здоровья, чтобы все было хорошо. Спасибо. Так, хорошее скажите. Нет, ну это вкусное. Вам нравится заниматься? Света! Вам нравится заниматься? Да! Лето вы долго ждали? Да! Оно пришло? Да! Как, здоровья, удачи, чтобы у вас все было красиво. Будете выступать? Да! Это уже три у вас, да, вы выходите в финал. Все, спасибо вам большое. Вам с хорошим днем, в первую очередь. Спасибо. Что должно, на ваш взгляд, делать государство для того, чтобы семья была счастливая? Что делать? Заботиться о народе. Не воровать. В карман руководителям государства. Думать о том, что нужен будет завтрашний день. И вот этих растить нормально, обеспечить им нормальную жизнь. Тогда будет все нормально. Вы в это верите? Верю. Но думаю, что вряд ли это будет завтра. Ну, в ближайшем будущем, наверное, потому что уже терпение народа иссякает. Спасибо большое. Здоровья, удачи, и чтобы действительно у них было все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Можно вас спросить, от чего зависит счастливая семья? Что самое... Понимание. И общение между собой. А еще что? Общие интересы, это надо? Ваши подруги, жены играют в американский футбол? Поддерживают. Поддерживают. Удачи вам, счастливо вам. На ваш взгляд, счастливая семья, что включает в себя в это понятие? Это семья, которая живет по христианским ценностям, которая уважает себя, уважает Бога, уважает членов своей семьи и любит друг друга. В любви, в истине, в правде. Вот это настоящая счастливая семья. Вы согласны? Здоровья, удачи, и чтобы все было хорошо. Ну, вы красиво выглядите. Спасибо. Удачи, чтобы у вас все было хорошо. А что вам сказать хорошее? Не мне, а народу. Потому что собрались уже хорошо. Да. Вы вырастите из них чемпионов? Конечно. Главное вырастить из них людей. И тогда и получится чемпион. Спасибо большое. Пожалуйста. Ником с хорошим днем. Как вам нравятся такие праздники? Замечательные. Просто душа радуется, что у нас сейчас такие остаются чувства. Замечательно. Просто замечательно. Что вы позаветуете молодоженам, предположим? Здоровья, счастья, благополучия и счастья. Спасибо.
сотні хлопів та колектив. Що таке щаслива сім'я? Катерина друг друга і діти є. Спасибо большое, здоров'я! Скажите им, что такое счастливая семья? Здесь мама, папа и дети. Чтобы были общие интересы. Да. Здоровья и удачи вам, чтоб все построили. Что на ваш взгляд счастливая семья? Счастливая семья — это когда есть мир и понимание. Главное — это взаимопонимание. Спасибо большое, здоровья, чтобы все было хорошо. Пожалуйста. Счастливая семья. Счастливая семья. Когда все хорошо. И это радует. Спасибо. С праздником, здоровья! Что для вас счастливая семья? Ну, наверное, когда все вместе занимаются одним каким-то общим делом и получают это удовольствие. И это объединяет. Все счастливы и здоровы, все хорошо. Пожелайте молодежи. Молодежи желаю развития, здоровья, удачи. Спасибо большое! Здоровья, удачи, с праздником. Спасибо. Что для вас счастливая семья? Когда много детей, и когда все друг друга любят, и когда вместе проводят время, когда приходят на фестиваль семьи вместе. Вы читаете дома детям книги? Вместе читаем, вместе фильмы смотрим. Сейчас дети уже повырастали, поразлетались с нашего гнезда. Удачи вам, здоровья, чтобы все у вас было хорошо, чтобы мы к вам приезжали и вы к нам. Спасибо. Спасибо большое. Вас с праздником, здоровья! Что для музыканта счастливая семья, на ваш взгляд? Счастливая семья – это когда есть мама и папа, женщина и мужчина, когда они любят друг друга, когда они уважают друг друга, когда они умеют прощать и ценят друг друга. Тогда их дети, тогда их потомство, их окружение очень счастливы. Вот что значит семья – быть вместе в любую и веселую, и в трудную минуту. Спасибо большое! Пожалуйста. Поддерживать друг друга! В цій ході, коли йшли, ми спілкувалися з керівництвом області про те, що ми маємо зробити сьогодні, щоб дійти до кожної родини, щоб кожна родина відчула підтримку, щоб кожна родина відчула, що
є хтось поруч, хто може потурбуватися і підтримати, щоб кожна дитина на рівні садочку, школи була забезпечена всім необхідним з самого народження, щоб наші українці не боялися народжувати дітей. На жаль, сьогодні не дуже втішна статистика стосовно народження, але ми сподіваємось, що ми зможемо збудувати ту країну, де молоді люди будуть мати потужні, міцні сім'ї, народжувати дітей, пишатися ними, любити їх. І що саме головне, діти будуть відчувати цю любов. Тому я дякую кожному з вас і прошу, щоб Господь благословив кожного з вас. Нехай в ваших сім'ях буде затишок, тепло, любов і саме головне, усмішки ваших дітей. Дякую дуже. Можно вас спросить, пока не началось? Что? Да. Что для вас счастливая семья? Счастливая семья? Когда никто не ссорится, когда все дружные, друг другу помогают и полная взаимоподдержка. Удачи вам, чтобы все было красиво, чтобы была самая лучшая собачка. Спасибо. Для вас счастливая семья? Дети. Это самое главное. Спасибо большое. Удачи, чтобы было красиво.